Служба безопасности Украины выявила компанию, где готовилась рекламная продукция сепаратистского содержания. Специалисты Службы безопасности Украины по борьбе с киберпреступностью выявили рекламные агентства, занимавшиеся подготовкой информационных кампаний для непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и российской власти в Крыму. Пропагандистские материалы начали разрабатывать в 2014 году, размещали на рекламных конструкциях и в средствах массовой информации. Изъяты макеты и готовая продукция с надписями «Родина у нас у всех одна Россия», «Весна победы нашей», «Крым – единая Россия», «Год крымской весны», «Наш выбор – наша победа» и другие. В том числе Харьковская республика и Одесская республика. По предварительной информации следствия, киевское агентство – дочерняя компания московской фирмы. Начато уголовное производство по части 2 статьи 258.3 «Создание террористической группы или террористической организации». К чему приводят попытки создать марионеточную республику в Одессе, мы видели 2 мая 2014 года на Греческой площади и Куликовом поле. Несколько десятков погибших, сотни раненых, уничтоженные и поврежденные государственного имущества на миллионы гривен. А кроме того, раздувание межнациональной розни – долгосрочной идеологической основы для гражданского противостояния и вооруженных конфликтов. Причем организаторы таких движений сами в акциях не участвуют. Черная работа делается чужими руками. Одних обманывают, других покупают. И независимо от исхода дела, победы или поражения, идеологи войны расплачиваются за нее чужой кровью. Об этом нужно помнить всем, чтобы не переступить рубеж, за которым уже нет возврата.